В Германии разгорается громкий скандал, связанный с мигрантами. Около сотни женщин подали в полицию Кёльна заявление о сексуальных домогательствах на улицах города. Как выяснилось, в новогоднюю ночь на площади перед вокзалом, рядом со знаменитым Кёльнским собором, собрались около 1000 арабов и африканцев. Они стали группами расходиться по переулкам, где окружали женщин, грабили их и насиловали. Попутно громили все, что подалось под руку. Спустили в подземный переход автомобиль, сожгли новогоднюю елку. Несколько человек задержала полиция. У некоторых на руках были удостоверения беженцев.